На сегодняшний день эпидситуация по COVID-инфекции в городе Мелитополе более-менее стабилизировалась. Количество вновь выявленных случаев у нас каждый день меньше. Бывают такие дни, когда выявление новых случаев не фиксируется. И, соответственно, количество госпитализированных в инфекционных стационарах на сегодняшний день также резко уменьшилось. Каждый день в инфекционный стационар наш поступает больных порядка 3-5 человек в сутки. Но следует отметить ту ситуацию, которая происходила в последние 3 месяца. Значит, последние 3 месяца, в период с сентября по ноябрь, в инфекционные госпиталя наши было госпитализировано порядка 1700 человек с ковидной пневмонией и другими осложнениями после ковидной инфекции. Из общего количества госпитализированных пациентов, которые были старше 65 лет, было всего порядка 60%. То есть это в основном люди пожилого и возраста и глубоко пожилого возраста. В основном молодежь заболевания переносит легко и не доводя себя до инфекционного стационара, но при этом молодежь заражает более старшее поколение, которые имеют сопутствующую патологию и уже с осложнениями поступают в стационар. То, что касается смертности, то, к сожалению, за этот период с сентября по ноябрь количество умерших от ковидной пневмонии в городе Мелитополе увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически в 5 раз. То есть довольно высокая смертность от этой инфекции. И также такая же аналогичная динамика, что количество умерших старше 65 лет составляет порядка 70% от всех тех, кто поступил в стационар. То есть мы опять же говорим о старшей возрастной категории, которые поступали в стационар с тяжелой какой-то сопутствующей патологией.